Давай забудем все и убежим от всех. И пусть целый мир подождет нас. Мы пропали до завтра, снова в твоих я руках, будто бы таю, как снег. Ты для меня моя крепость, моя вера и правда. Я за тебя свое сердце, я свою жизнь, свою душу. Только один мне так нужен, мой самый лучший. Снова мурашка все плечи, просто целуй меня нежно. Держи меня крепче, все безупречно. Глаза в глаза, ладонь ладони, это навечно. Спасибо, что делаешь счастливой. Между нами космос и бесконечность. Мы одно целое, мы неделимы. Глаза в глаза, ладонь ладони, это навечно. Спасибо, что делаешь счастливой. Между нами космос и бесконечность. Мы одно целое, мы неделимы. Ксения Куминова, неделимы. Подожди, подожди сразу, мы не с тобой. Так, ну мы определились с тобой кофе. Кофе. Кофе, давай, присаживайся, будь как дома, не забывай, что в гостях. Так, а прежде чем мы вообще о чем-либо с тобой будем разговаривать, наша традиция, будь в тренде. Мне тоже, пожалуйста, а то я кошечку глажу постоянно. Да не убежала, все, кошка здесь, да, с нами, она мяукает. Кстати, в нашей группе ВКонтакте сейчас огромное количество сообщений, а как же кошечка? А как же, вот у тебя дома есть? Если честно, если бы я сидела по ту сторону экрана, я бы за нее тоже очень переживала. Ну тогда всем скажи, что с кошечкой все хорошо. У нее есть еда, питье и ночлег. Подтверждаю, с кошечкой все отлично. А, расскажи, Ксюша, как ты переживала самоизоляцию, что делала, чем занималась в это время? В прямом смысле этого слова я переживала. Действительно переживала. Для артиста... Я и кушала много, и переживала много. Для артиста это очень сложно, столько времени проводить дома, в четырех стенах. Это правда. Для меня был поначалу большой стресс. Но потом я начала вести онлайн-уроки, дарить свою энергетику людям, и мне стало немножко легче. То есть тебе пришлось тоже, да, перейти на онлайн-вещание и... Да, все-таки я очень рада, что у нас мир не стоит на месте, и мы можем благодаря социальным сетям и контакту, Инстаграму связываться с людьми и дарить свое творчество и свой профессиональный опыт. Ну и скажи, во-первых, как народ отреагировал на это? Фанаты, твои подписчики. Ну, поначалу, конечно, очень сложно было работать, потому что, мне кажется, через экран дать столько энергии, сколько ты даешь, находясь с человеком рядом, сложнее. Я не представляю, сколько вы сил тратите на все это. Я вам, мягко говоря, не завидую. Ну, все реально, все достаточно возможно. Мы, по крайней мере, это делаем, стараемся. Хорошо. Но скажи, вот что ты для себя нового открыла, вот в себе даже? Потому что это период, когда ты знакомишься с самой собой. Потому что ты начинаешь справляться с тем и встречаться с тем, что раньше, чего раньше не было. Это длительное, реально длительное нахождение дома. Никого не видишь из гостей, из родных, если они у тебя где-то в другом городе. Вот что ты в себе новенькое открыла? Я наконец-то начала работать над песнями, до которых у меня не доходили руки. Да, песня у меня уже готова, я жду обложку, и 1 июля я наконец-то ее сделаю релиз на эту песню. Кстати, про обложку, давай-ка мы, знаешь, что с тобой сделаем? Мы сделаем фотографию на твой следующий альбом. Давайте. Давай. Давай, я по нашей, да, традиции. А давай-ка в уголок сейчас с тобой уйдем туда. Так, тихонечко предложил, да, чтобы никто не уволок. Ну, чтобы, знаешь, была какая-то домашняя атмосфера. Так, давай, вставай. А ты не хочешь с нами? А я вот хотела так вот, нет? А потом поменяемся, хорошо? Давай. Давай. Оп, отлично, улыбаемся. Так, еще раз. Раз, два, три. Все здорово, меняемся. Ну, я видел, что ты уже... изменяемся, да. Понятно. Я видел, что ты уже снимала, что здесь происходит в доме. Расскажи, пожалуйста, народ как реагирует?
Как твои подписчики спрашивают, где это, что происходит? Если честно, для них это большое открытие, что можно вот так. Ага. Можно взять и организовать свою студию своими же руками, как я это наблюдала тоже, да, в Инстаграме. Да. Сегодня только наш коллега Денис Одигов, сегодня утром только ушел, уехал. На самом деле прохожие могут прикоснуться к прекрасному. Наблюдать просто по дороге на работу, как здесь происходит. Это очень символично, что мы сейчас находимся с вами в доме и на кухне, для того, чтобы дать права все наши горожане, кто, по крайней мере, в центре живет, посмотрели на кухню изнутри. Да, и окунуться в эту атмосферу, мне кажется, это круто. Ксюша, ты наверняка не раз была на записи на телевидении, но что-то, может быть, уже успела открыть для себя новое, попав вот внутрь прямо сюда. Да, это когда приходится в короткий срок убрать лишнюю деталь, здесь пакет, так, здесь что-то не то, срочно, пока они вышли на улицу, убрать здесь чайник там. Нет, это огромнейшая работа, вы большие молодцы, и ваша команда просто супер. Ребята, всем, кто создавал эту кухню, всем, кто создавал этот дом, огромный респект, спасибо вам огромное. Так, у нас есть традиция, которую открыл Александр Геннадьевич. Готово? Готово. Давай сперва подсчитаем. 13. Так, да, давай я запишу, а то мы не успели записать. 13, 2 – это 15, 9 – это 24. Вы меня проверяете, пожалуйста. 9, 2 – это у нас 11, 13 – это 24. Все правильно. Итак, записывай, пожалуйста, Александр Геннадьевич. Куда делся маркер? Держи, хозяюшка. Итак, тебе еще также... раз, подожди, 24? Да, 24. В колоночку, да, где мальчики, 24. Ты будешь первая, кто попробует переплюнуть самого. Давай. Смелее, смелее. Подожди, надо тебя замотивировать. Представь, что это человек... Подожди, все, ладно, я уже не буду тебе накидывать, ты сама представила. Есть! Еще, давай, до трех попаданий. Да. В серединочку. Тихо. И последний, давай. Что ты творишь? Что ты делаешь? Давай. Так, еще один, да? Еще один, для того, чтобы три все-таки было попадание. Итак, считаем. 4. 14 – это у нас 18. И вот смотри, попало в черное. Бог с ним, попало в черное. 4, 14 и 20. 34. Подожди. 4, 14 – это 18. 18 плюс 20 – 38. 30. Ну, отличный результат. Кнопка, ты отдашь мне? Кнопка играет. Все, ей хорошо. Я сейчас, знаешь, что еще хочу тебя попросить? Вот посмотри, пожалуйста, в камеру и просто к своим коллегам скажи: ребята, приходите. Приходите на новоселье, приходите петь, приходите, приходите, в общем, показывать свое творчество. Ребята, коллеги, приходите обязательно в новую студию «Утреннего экспресса». Здесь очень красиво, светло, и здесь кайфово, в первую очередь. Приходите, показывайте свое творчество. Я очень рада оказаться здесь первой. Первой. Каблуки уже не для него. Не отвечаешь на звонки, в душе цунами, но ты так, кто не возьмет трубку, даже если трясет воспоминания по кругу. Да пошло оно к черту все. Номер его в блог, в Инстаграме в бан. Он явно не тот, кто был Богом дан. А в душе зима, снегом замело. Этой ночью не до сна, но ему назло, и кто знает слова вместе. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро. Разгоняй тоску, он того не стоит. Девочка, кружи в танце с этой болью, выжигая чувства крепким алкоголем. Девочка, танцуй, завтра будет солнце, слезы не к лицу,
черно-белом кино. Больные чувства и виски. Ты знаешь, точно все решено. Номер его в блог, в инстаграме бан. Он явно не тот, кто был небом дан. А в душе зима, снегом замело. Этой ночи не до сна, но ему назло. И можно еще разок? Девочка, танцуй, все пройдет так скоро. Девочка, танцуй, все пройдет так скоро.